шок-контент смотри, а то завтра удалят. Сейчас будут прям супер полезности. Вот, прям пойдут. YouTube будет думать, что у вас некачественный контент. Сколько нужно, чтобы у меня было... Ну, суммарно 230 миллионов просмотров органических, которые... Офигеть. Всегда подписчик, вот всегда. Дешевле, ну, в несколько раз. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами Павел Лебедев и рядом со мной Дима Гуров. Кем ты являешься? По сути, я сертифицированный специалист по YouTube и по Google AdWords для видео. Дима работает в компании World Fashion Channel. Да, это те телеканалы, которые вы всегда стопудово видели, когда сидели в каком-нибудь ресторане и сзади на мониторе что-нибудь там обязательно показывалось. Ты говорил, что есть какой-то способ, как привлекать подписчиков в YouTube не за 50 рублей, как это получается у меня сейчас, а за 6 рублей. Начнем с того, что самый крутой, самый легальный, самый нужный способ привлечения подписчиков – это через прямую рекламу, через Google AdWords. Google и YouTube – это одна и та же площадка, и они в совокупности работают очень хорошо. Бывают там ботов приводят разных там некачественных, взаимные подписки. Никогда не накручивайте подписчиков, которых вас не будут смотреть. Не надо так. То есть они убьют просто канал, YouTube будет думать, что у вас некачественный контент, если у вас там, например, 1000 подписчиков, но никто не смотрит. Если вы выкладываете 1-2 ролика, у вас они не вирусятся, не заходят, значит, вам YouTube не нашел еще аудиторию. И что вам нужно сделать, это найти всяческим легальным, белым, прозрачным методом вашу аудиторию, которая будет вас смотреть всегда, которым будет заходить ваш контент. Настраивается реклама несколькими способами, но есть там аудитории по интересам, например. Типа, те, кто интересуется модой, те, кто интересуется кулинарии. Это очень широко. Это очень широко, и вы не всегда поймете, ну, как бы, ну, зайдет ваш или нет. Как мы его добились там, если не в 10, то 8 раз снижение KPI на подписку, например. 8 раз? Да. Как такое возможно? То есть KPI это значит, что мы считаем эффективностью работы. Да, у нас есть количество подписчиков, и нас всегда проверяют, за сколько вы привлекли одного подписчика. Что необходимо сделать? То есть, во-первых, это связать кабинет Google рекламы, Google Ads, он сейчас называется, в прошлом AdWords, со своим каналом, чтобы они взаимодействовали. Вторым делом, это нужно зайти в менеджер аудитории рекламного кабинета и добавить туда свой канал, чтобы канал собирал всех зрителей, они будут накапливаться в такую как бы базу. Это будет называться ядро вашего канала. И вы можете там, например, их уже отдельно сегментировать по спискам. Там есть список, например, всех тех, кто поставил лайк, все, кто, например, поделился, все, кто подписался. То есть у вас будет аудитория, ну, как бы таким списком. Соответственно, пройдет какое-то время, YouTube соберет определенное количество данных, он их проанализирует. И что очень хорошо делает Google сейчас, он находит очень офигенную, похожую аудиторию. Очень точно, да, Lookalike называется. Очень точно. Они прям... Ну, то есть по интересам, по тем сайтам, куда они заходят, по тем видео, которые они смотрят, по тем каналам. И в результате он вам создает список аудитории, который очень сильно похож на тот список, который вы создали. И дальше мне нужно просто пульнуть рекламу на вот этих людей, которые похожи, да, на тех, которые я нашел. Да, вы ограничиваете, да, список аудитории, и если на нее мы запускаем всегда рекламу, всегда подписчик, вот всегда, дешевле, ну, в несколько раз. Вот у нас вот... По 6 рублей есть кейс, самый крутой. Круто. Сколько нужно, чтобы у меня было накоплено уже данных и знаний для того, чтобы вот это сделать? На разных каналах по-разному. Я замечаю, что, ну, вот, минимальная планка – это 10 тысяч просмотров. Топ-5 ошибок, которые ты делал, которые стопудово никогда никому не посоветуешь сделать на YouTube. Первое – это точно накрутка подписчиков, там, типа… Номер один. Да. Куча сервисов есть, где просто либо живые люди, либо неживые. Вторая ошибка – вообще не заходить в аналитику, не смотреть цифры своего канала. Да. Одним из самых важных… А делегировать это можно кому-нибудь? Да, я думаю. Хорошо, а на какие цифры нужно обязательно смотреть? Первая цифра, которая в топ-3 входит. Давай. Это CTR вашего обложки. То есть название вашего видео и сама картинка, которую вы используете на заставке видео, превью она называется, кто называет, по-разному. Они очень сильно влияют на органику. Каким образом? Это нужно у каждого отдельно видео смотреть? У каждого отдельно видео. Смотреть есть, именно, что влияет. Есть в целом как бы CTR по каналу. Если он меньше 6%, ну то есть 100 человек показали ему картинку. Меньше 6 человек 6 кликнуло. Человек кликнуло, 6 это еще... Нормально, значит, там что-то интересное, значит, YouTube показывает тем людям, значит, контент еще интересный. Помимо кликабельности, это глубина просмотра вашего видео. То есть вы можете искусственно что-то хайповое написать в заголовке, шок-контент, смотри,
позавтра удалят. Но зритель заходит и кликает на видео, начинает смотреть, понимает, что это не про то, или это просто был такой желтый заголовок, или вообще видео неинтересно, качество плохое. Или... Остановитесь! Ну, если зритель сразу уходит, YouTube своими алгоритмами понимает, что, значит, ну, что-то неинтересное. То есть интересный или неинтересный контент он понимает прежде всего. По вот этим двум показателям? По показателю больше всего даже это глубина просмотра видео, насколько до конца смотрит зритель ваше видео. Если он смотрит меньше 60%, он понимает, что видео неинтересно. И вот сейчас смотрите обязательно до конца. Сейчас будут прям супер полезности. Вот, прям пойдут. А бывают же видео, которые 10 часов. Вы смотрите. 10 часов, да. 10 часов видео, но они в топе. Есть еще вот Watch Time, в общем. А, еще третий показатель. Третий показатель Watch Time, ну и вообще всякое там же лайки, дизлайки, вот эти активность, то есть там, например, тренды YouTube, это самое комментируемое видео за сегодняшний день. Трем людям, которые напишут самый крутой комментарий к этому видео, это будет самый интересный вопрос, либо комментарий, который наберет больше всего лайков, дам доступ к своему курсу, который я провожу только в крупных компаниях, и он стоит, по-моему, 400 тысяч сейчас, ну, в общем, около того. От меня подарок, которого тоже нет в открытом доступе. Давай, ценность набиваем, больше комментариев, но подарки мы раздаем только, если будет 100 комментариев и больше. Вы можете несколько комментариев оставлять под видео. Я тебе тогда ставлю чек-лист по загрузке видео. О, огонь! То есть полностью все действия, которые нужно, чтобы в первые там 48 часов набрать 1000 просмотров. Вообще. Это чек-лист must have. Сколько подписчиков или просмотров вот этот чек-лист теперь приносит после того, как ты загружаешь видео, и там все галочки проставлены, насколько это принесет? Ну, я набираю там 1000000 просмотров. 1000000 просмотров. Чек-лист, который принесет вам 1000000 просмотров за сутки. 1000000 просмотров это $1000, например. $1000. И этот чек-лист получит 3 счастливчика, так что оставляйте комментарии. Какие еще бывают ошибки у людей, которые делают YouTube, но на самом деле самое интересное, твои ошибки, что вы делали? Раньше можно было достаточно просто вывести в тренды YouTube, и все, кому не лень, туда хотели попасть, и получалось у них просто, нужно было набрать много трафика на видео, кто располагал трафиком, большими пабликами и еще чем-то, легко могли попасть в тренд. Но мы поняли, что это не нужно. Многим даже бизнесом это не нужно, потому что там не сидит ваша аудитория. В трендах сидят школьники. Не гнаться за хайпом. Лучше меньше, да лучше. То есть лучше найти свою аудиторию. Ошибка номер 4. Гнаться за хайпом вместо того, чтобы делать свой нормальный контент. Если кто начинает делать канал, ошибка, ну, еще такая, что вообще не иметь понятия, зачем тебе нужен канал, как ты его будешь вести. Кто твоя целевая аудитория? Пятая ошибка, да, идти не зная цели, да, а просто потому, что все пошли, и я пошел. Слушай, а можешь еще пару фактов рассказать про себя? Какие у тебя вообще показатели по YouTube-каналам, вот, которые ты ведешь? Начинали мы канал «Эльдар Автоподбор». Это такой достаточно популярный. Там несколько каналов там серебряных кнопок есть, которые ведем. Ну, в принципе, если так, наверное, сложно все посчитать. Считал еще месяца 6 назад. Где-то было там суммарно 230 миллионов просмотров органических, которые... Офигеть! Гениально! Получилось сделать на YouTube. Вот как бы, если про кейсы, про результаты, это вот мое. Дай какой-нибудь совет мне, наверное. Что можно сделать мне, чтобы к концу года набрать 100 тысяч подписчиков? Какие шаги мне нужно сделать для того, чтобы было 100 тысяч? Ну, понять свою целевую аудиторию, кто эти будут люди, и почему эти люди захотят к тебе подписаться. Понять главную причину. Или две гипотезы просто. И попробовать одну гипотезу, попробовать вторую гипотезу, и потом... Если одна из них сработает, то ее усилить. Прикольно. В любом случае, YouTube это про пользу. Это, ну, как бы, есть там реклама какая-то, да, но в основном YouTube смотрит из-за какой-то пользы. Даже просто посидеть, поржать, посмотреть какое-то там прикольное шоу или влог, это тоже польза, потому что человек типа отдыхает. Ладно. Неплохо. Понятно. Вот. И вообще понять, изучить, то есть, есть ли такие каналы уже. То есть, это, в принципе, как если человек строил когда-то бизнес или читал литературу. Очень близко похожа вот стратегия развития канала именно с бизнесом. Надо что-то отдать полезное, обратная связь. В результате YouTube-канала это подписчики. Ребят, тогда мне тут точно нужна ваша помощь. Напишите, какую пользу я могу вам дать. Какой контент, какие видео, какие темы, о чем вообще мне нужно. Найти интересных людей, сходить в интересное место, сделать что-нибудь нереальное, необычное.
или просто поржать, посмеяться, да, что будет такое, чем вы захотите поделиться с вашими друзьями, потому что если вы захотите поделиться с вашими, это значит, скорее всего, будет полезное для аудитории, и отсюда тогда уже будем плясать, и буду стараться достичь этой цели. Супер, спасибо тебе огромное за честные ответы и за то, что ты согласился так спонтанно со мной. Спасибо все это тебе, что пригласил, задавал интересный вопрос, спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Да, ставьте Диме лайки и подписывайтесь на мой канал. И ему тоже ставьте лайки. Да, делайте наш мир лучше. Всем пока. Пока.